Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Моими соведущими на сегодня будут, вы уже с ними знакомы, это Зайнаб. Привет! И София. Привет! Так, девчонки, на прошлой передаче мы с вами работали пластилином, да? Что-то еще мы делали. Цветная бумага была. Мы делали клоуна, если не ошибаюсь, да? Сегодня мы будем делать такую милую открытку. Вообще, как мы говорим, подарок без повода – это самый лучший подарок. А если он сделан своими руками, то еще вдвойне приятнее, да? Вот сегодня мы будем делать такой небольшой подарок. Я думаю, что это будет подарок для мамы, потому что там у нас будет и мама, и малыш. Поехали. Нам нужно что? Нам нужна цветная бумага. Обязательно должен быть белый цвет. Все остальные уже на выбор. Клей, ножницы и маркер. Очень легкая работа, поэтому давайте сразу же приступаем. Так, первое, что мы должны сделать, мы должны взять голубую бумагу. Это у нас будет одна из основ. И сейчас мы вырежем такой небольшой, то есть мы уменьшим, немножко изменим вот этот прямоугольник, сделаем такие круглые углы. Так, смотрите, что мы сделали с вами. Мы вырезали из прямоугольника, да, немного изменили форму, уменьшили, и получился такой вот, в принципе, прямоугольник, только с круглыми углами. Так, теперь мы делаем следующее. Мы берем розовый цвет и сейчас проводим те же махинации, если можно так сказать, просто с форматом А5. Вот сейчас мы подогнали размеры, смотрите, теперь у нас есть такой розовый, такой голубенький. Это все любимые цвета, и они между собой шикарно сочетаются. Вот, здесь тоже чуть-чуть уменьшили. И вот таким, вообще похоже на телевизор. Да, еще вот так антенку сделать, вот так. И это будет телевизор. Да, вот, вот что мы делаем. Посерединке сейчас мы приклеиваем на голубую бумагу, вот эту розовую, ровно посередине. Понятно? Но вспоминаем, как мы работаем клеем. Тщательно промазываем вот так края. Не обязательно мазать серединочку. Держи. И приклеиваем в середину. Держи. Да. Прям хорошенько повторяем форму и делаем серединку. Вот этого достаточно. Вот так, давай. Прижимай. Отлично. Давай. Помощь друга. Давай. Глазомер настроили. Отлично. Хорошо. Ну что, будем делать открытку или продолжим делать телевизор? Будем открытку. Делать открытку. Хорошо. Теперь нам понадобится белая бумага. Из белой бумаги сейчас мы должны будем сделать для начала квадрат. Как мы его делаем? Берем, складываем примерно вот так. Вот так. И сейчас лишнее мы отрежем. Нам пригодится позже. Теперь из квадрата мы должны будем сделать треугольники. Мы просто берем и складываем пополам. Размер пока, я не знаю, такой или может быть меньше. Ну, сейчас мы определимся. Так. Я думаю, что это большой треугольник. Давайте мы чуть-чуть его уменьшим. Сейчас мы укоротим. Вот так. Здесь немножко. И вот здесь укоротим. Вот, лишнюю бумагу убрали, да? Так, вот раз. И другая часть. Все-таки давайте еще поменьше, потому что наш малыш потом не поместится. Вот, смотрите, вот у меня два треугольника. Мы сейчас его будем приклеивать, только прежде чем приклеим, сейчас вот так, вот таким образом я покажу. Будем загибать. Не вот так ровно, да, по линии, то есть линия к линии, а немножечко наискось. То есть сзади, видите, как получается? Вот. И теперь мы должны будем приклеить вот этот треугольник. Только вот, вот эту вот часть загнутую мы уже не трогаем. Давайте я вам сейчас покажу, как у нас будет все происходить. Приклеим вот сюда. Вот. Так, давай, София, вперед. То же самое тебе помогу здесь. А ты дальше сама приклеишь. Давай. Сейчас то же самое мы сделаем с вот этим маленьким кусочком.
сейчас как раз нам хватит этого. Вот. Ну, пока еще не похоже на птицу, правда же? Еще пока не ясно. Так, давай-ка мы посмотрим. Теперь мы уменьшаем. Здесь совсем маленький, да. Здесь у нас совсем маленький должен быть птенчик. Вот этого будет достаточно. Все то же самое делаем с этим. Только у нас будет смотреть в другую сторону. Вот сюда приклеивай. И ты тоже приклеивай вот так. Держи, Зейнаб. Зейнаб, смотри, вот сюда приклеивай, хорошо? И сейчас мы покажем такой первоначальный этап. Покажи мне, где приклеиваешь. Все правильно. Угу. Молодцы. Отлично. Это очень легкая работа, но она такая миленькая. Вот так, вот сюда. За рамку выходить можно, не страшно. Чуть-чуть пониже. Вот, отлично. Хорошо. То же самое теперь мы делаем с маленьким. Вот это точно похоже на сердечко, да? Вот такие два сердечка. Один забирай, забирай. Теперь смотри, вот сюда приклеишь, хорошо? На, ты в ручку хотела, держи. Теперь смотри. Оп. Оп. Вот сюда приклеивай пальчиками. Умница, хорошо. Только давай мы хвостик приклеим чуть-чуть пониже. Вот так. И он будет двигаться, как ты и хотел, да? Так, теперь давайте следующее. Возьмем с вами. Как раз у нас чуть-чуть осталось голубого цвета, который мы помяли зачем-то. Из этого голубого цвета сейчас быстренько вырежем несколько сердечек. Смотрите. Складываем вот так пополам. И потом, где линия, там не страшно. Где у нас здесь линия такой изгиба, будем сейчас вырезать такие сердечки. Сердечко вырезается вообще очень легко. Вот смотрите, сейчас у меня вот такая часть. А сейчас я открываю вот здесь с линии изгиба. Вот. И такие миленькие сердечки, которые приклеим сейчас вот сюда. Раз. Они у нас объемные. Вот. Два. Третий приклеишь точно так же. Хорошо? Есть? На птичек даже больше похоже, правда же, не на сердечки? Хорошо. Давай, приклеивай. И осталась у нас работа маркером. Сейчас мы это убираем. И сейчас расскажу, что мы делаем. Первое. Мы должны будем вот здесь. Давай я на одном покажу, а другую сама, хорошо? Так, первое, что мы делаем, мы должны обязательно обвести вот так по контуру. Вот так. Птичку. Птичка, птичка. Теперь здесь я делаю вот так. Так, и обязательно крылышко. И еще у нашей птички ножки. То же самое ты делаешь с этим, поняла? Как у тебя обстоят дела? Здесь теперь помогаю тебе. Не забываем про лужок. И смотри, для кого сейчас мы будем этот подарок делать? Мама. Для мамы тогда подписываем, да? Я могу сама написать. А, давай. Угу. Мы. Угу. Молодец. Мы. Угу. Буква И. Для мама или для мамы? Правильнее будет для мамы. Сердечко. Сердечко. Давай закрываем маркер. На счет три. Раз. Два, три. Вот. Интересная, милая, классная и, самое главное, легкая открытка, подарок, сделанный своими руками. Здесь у нас София сделала для себя любимой, а здесь Зейнаб сделала для мамы. Ничего сложного, правда же?
как легко и быстро сделать из треугольника таких милых птичек. И еще мы рассказали, как сделать маркер черный. Черный маркер, хорошо. И черный маркер тоже, кстати, понадобится. А еще мы что научились делать? Мы научились делать сердечки. Так же легко и просто. Какие же открытки получились у вас и кому вы их подарите, нам тоже интересно. Присылайте свои работы к нам в редакцию. Ну а мы с вами прощаемся и говорим, что, девочки? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.